Приветствуем всех зрителей канала 10.com, давно подписавшихся и случайно заглянувших. В этот раз предлагаем вашему вниманию видеоитоги обзора процессорной системы охлаждения Cryorik C1. Со стороны пользователей интерес к компонентам для компактных компьютеров увеличивается все больше и больше. Пришло время, когда небольшая по размерам система может быть достаточно мощной игровой машиной или практичным инструментом для работы с трехмерной графикой либо видеорендерингом. Поэтому высокоэффективные компактные комплектующие в наше время востребованы как никогда ранее, в том числе и системы охлаждения. Примером удачного процессорного охладителя для систем формата Mini ITX выступает Cryorik C1. Производитель создал компактное устройство высотой всего 74 мм, которое при этом может охлаждать разумные процессоры. Безусловно, в этом направлении решения Intel Core смогут достичь более высоких частотных показателей, чем горячие AMD FX, но последние вряд ли будут покупаться для компактных систем. А вот для отвода тепла от APU AMD A107870K или других похожих решений новинка подойдет как нельзя лучше. Для достижения высокой эффективности производитель надлежащим образом поработал над конструкцией пассивной части охладителя. В его основе лежат целых 6 медных тепловых трубок, а двойной радиатор отличается наличием множества густо насаженных ребер и качественной пайкой, соединяющей все его элементы. Дополняет данный перечень фирменный тихоходный низкопрофильный 140-мм вентилятор. В целом все выглядит качественно и красиво. Радует также легкость монтажа новинки и отличная комплектация, включающая в себя без преувеличения все компоненты для осуществления ее установки. Из недостатков отметим лишь некоторую неровность основания в одной плоскости, из-за чего тепло от процессора передается не оптимальным образом. Закономерно Cryorik C1 будет стоить недешево, ведь компактные корпуса, системные платы и блоки питания обычно также стоят больше, чем их полноразмерные аналоги. В действительности не каждый сможет или захочет отдать $65-70 за процессорный охладитель, но те, кто собирают компактные производительные системы, наверняка по достоинству оценят это решение, прямых конкурентов которому на нашем рынке очень мало. Полный текстовый обзор кулера Cryorik C1 можно найти по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!